Итак, друзья, всем привет! Сегодня ставим баллон. Автомобиль Renault Duster 2-литровый. Запаску вытянули, вон она. Здесь все вымыли. Ну, сейчас будем примеряться, смотреть, что к чему и так далее. Съемка будет нон-стоп, без всяких обработок, редактирования и так далее. Что-то буду комментировать, что-то не буду комментировать. Он полный газа, так что очень тяжелый. Ну, думаю, что вот этот блок мы оставим, а в него и вкрутим баллон сбоку. До заглушки он не достанет. Придется лить новое место. Нет, только не сработается. Так как этот баллон всего лишь 40-литровый, 52-литровый, как видите, что мы достали. Так, ну нам надо, наверное, что, чтобы было сил, это все сильно много забирает. Я думаю, что на один болт его, он прекрасно здесь будет держаться. Вот на этот же. Крепление тут надо будет другое. И крепление идеально подходит вообще. Так, ну вот как-то так. Сейчас я буду пробовать. Ну,
Ну, она хорошо тут тоже проходит. Походу все как надо. Вентиляция. Вторую дырку придется глушиной. Так, ну можно его, короче, поднимать в сторону. Шатается он, ну получается, стоит у него вот здесь. Будет он шататься на поворотах. Еще хрень, я думаю, ее тоже мы поставим. Такой вот уплотнитель он здесь и был. Ну, чтоб не подмерзало, наверное. Вот он, получается, уперся туда и великолепно будет стоять. Так, сейчас я прочерчу, где у нас будет дырка. Центр ее надо поставить. Все, баллон можно вытягивать. Ох, ебать, он тяжелый. Аж стул хрустит. Ну, килограмм, наверное, 40-50, блядь. Если не больше, то... Так, ну и дырка. Вот ее центр.
Все начертили. Начинаем сверлить. Есть у меня вот такая, но как мы помним, ее нам нихуя не хватило. Она слишком маленькая. Придется одного сверлить просто. Со сверлом будем делать. Здесь сверло большое, а здесь, наверное, нужно сверлом поменьше. Так, есть у меня пару просто сверил, но все они неимоверно тупые. Сейчас я их все по дереву. Маленькие. Это вообще сломано какое-то. Да. Да ладно, здесь такой тонкий металл. Короче, ребят, тут вообще металла нет. Ну да, он прогибает. Ну, вы же ходите как раз под балочкой. Короче, нормально. И в нормальном месте, в удобном. Ну, я в шоке с металла. Thank you.
чтобы вы не смотрели на мой затылок. Вот так вот сделаем. Хочу напомнить, что вам понадобится еще герметик для фиксации. Затупилось. Сверло, кстати, с AliExpress. Ну вот круг один прошло и до свидания. Ну как, еще делает свое дело. Ну, в общем, как-то так. Значит, дальше берем сверло побольше. Но только не сильно. Это у нас сверло было. Короче. Берем на 4,5. Ну, можно вообще и напильником, но что-то мне не хочется. Тихо. Можно и сломать.
вот чуть-чуть под углом. Хочет, блядь. Ну-ка, сейчас мы крылёчек попробуем. Но все равно оно не ломается, сверло-то китайское. Я уже и так его пытаюсь ломать, и так. Нет, не ломается. Просто делает свое дело. Thank you.
Ну вот как-то так. Ну, естественно, не пролазит. Сейчас смотрите, что у нас имеется. Кусочек металла от дастера. Вот он. А с обратной стороны он чем-то обработан. Это не грязь. Это какая-то фигня. Здесь вот такая вот фирменная китайская. Хрень. Сейчас попробуем ее. Отвалила, сейчас я не сложу. Где-то еще. А, ну уже все. Так что уже можно ставить. Друзья мои, ну вы же знаете наши правила. Мы же делаем для себя. И поэтому мы сейчас это еще потратим. Покрасим и нанесем герметик. Но перед этим мы сейчас все еще уберем. Так. Нам эта стружка здесь не нужна. Все вот туда вот в дырку. Здесь, наверное, просто нож.
такой материальчик. Вообще не хочет, бля, резаться. Хотя это острейший канцелярский нож, бля. Короче, как-то так мы будем просто пробивать. Это с этой штуки насыпало, да? Обалдеть. Чисто вот такая пыльная зарода. Так, теперь кратко. Ну, чтоб не ржавело. Понятно. Теперь герметик. Друзья, герметик у меня акриловый, но здесь и лучше использовать герметик акриловый. Прям вот так. Потому что силиконовый плюс металл так себе все это дело.
Ну что, не вышел. Так, его еще надо развернуть. Он-то вышел. Так, залажу одну грызу. Снизу, ни хрена он не вышел. Тут надо, знаете что, друзья, надо его прикрутить. Так, ну и наконец-то шуруповерт сейчас использоваться будет по назначению.
Так. Сказал бедняк. Теперь надо его приподнять вместе с вот этой вот хуйней. И ее натянуть вот так. О. А вот теперь вставить. Прошел. Прошел как надо, бля. А вот этот вот что-то... Он и не закручивается, и не выкручивается. Вы видите, как и вот эта штука в тему пошла. Вы уже давно ничего не видите. Я там сражаюсь. Нужен шуруп побольше. Мне еще предстоит колхоз, так как эта труба была обрезанная. Не хочет, по-моему.
большое сучье мотора. А этот маленький уже, да? Ну да, он туда уже просто проходит, блин. Так, пошел я еще попробую сейчас что-то найти. Да мне уже больше чем этот не найти. Ну-ка, вот такой. Прямо он не хочет туда. Ну, тогда оставляем вот этот второй вариант, который зашел, но там прокрутился. Ну да, понятно. Так, вопрос в чем будет заключаться? Сейчас я вот это закручу. Вы знаете, друзья, она там полностью проходит, так что никакого похода не надо будет. Все отлично. Если вы столкнетесь с подобной проблемой, ну, собственно, вам придется вот сюда еще одну трубу тогда засовывать. Ну, я чуть вот так тяну, и ничего засовывать, соответственно, не надо. Вот так даже, быть откровенным, не чуть-чуть. И она дальше продолжает крутиться. Хорошо так прижимает. Ну и чтобы не раскручивалось, предлагаю сюда еще гайку поставить. Чтобы у нас, ну, не получилось в будущем здесь. Непонятно.
это там, скорее всего, 18. А что-то подберем. Первые мои болтанки я ничего не смог подобрать. Пошли во вторую. Нашел какую-то ржавую гайку. Не, на 19 не подойдет. Большая. О, что-то есть красивое. Красивое, небольшое прям. Хотелось бы, чтобы это было оно, но это не оно. Что-то похожее, но тоже что-то вот накручивается. Вот здесь передайка такая. О, есть. Гайка найдена. Thank you.
буквально самую малость притянуть. Так, головка не та. Головка на 17, я взял на 19. Друзья, если будете готовиться к этому ко всему, гайка обычная, простая, на 17 с обычной резьбой. Как-то так, дальше уже нет смысла. Сейчас еще вот так вот законтрить сам вот этот вот. Теперь лезем вниз, и там все герметиком. Кстати, акриловый герметик можно предварительно еще смочить поверхность. Стадию не могу дать самим пистолетом. Но парень дело знает. Так, друзья, в конце традиционный краткий обзор, что у нас получилось. Получилось поставить на штатный болт баллон. Значит, он стоит очень плотно, очень хорошо. Вентиляцию также удалось сделать, но в связи с тем, что здесь немного у нее плохое уплотнение, вентиляция, я думаю, что есть смысл тоже здесь герметиком дать, но уже каким-то резиновым.
Вон, видите, она как бы немного торчит. Ну, а вот эту дырочку чем-то просто заглушить, хотя с другой стороны пусть тоже вентилируется. Там тоже пусть немножко воздух гуляет. Ну и снизу идем вниз. Значит, вот он наш выход. Вот он прям получается под... Ну вот если смотреть, вот наша труба. Кстати, дырочку просверлите. Это важно. Вон, видите, здесь скапливается вода и капает. Наша выхлопная. И вот герметиком промазанный выход. Ну, как-то так. Ну, отсюда уже пойдет входной, выходной лючок и так далее. Выходим. Конечно, если вы будете ставить новое оборудование, вам все это больше понравится. Чем когда ставил новое, я прям не нарадовался. Нарадоваться не мог. Вот этот баллон был новый. Тоже его проклеивал. Зачем-то. Уже не помню. Вот. Ладно. Всем спасибо. Всем удачи. Следующее видео. Прокладка магистрали. Магистраль в, скажите, в подкапотное, и магистраль вот сюда вот в лючок. Вот здесь вот хочу сделать. Всем спасибо, удачи, пока. Кстати, магистраль будет тоже бушная.